команда Extreme LPTS. Команда предприятия тепловых и электрических сетей стала победителем второй спартакиады молодежи Ленского района. В течение всего лета ее участники наравне с другими соревновались в веселой эстафете, русской лапте, туристическом слете, беговом марафоне, простенболе, экологическом квесте и боулинге. Решили на стадионе закрыть спартакиаду, которая проходила все 3 месяца, наградить наших команд-участников. Участвовало 5 команд. Мы надеемся, что в следующем году участников организации будет намного больше. Обычным подведением итогов церемония закрытия не ограничилась. Организаторы провели на стадионе «Алмаз» настоящий праздник спорта. Детей развлекал веселый клоун, а для участников постарше работали мастер-классы. Девушки занимались фитнесом, парни отрабатывали удары с каратистами и заинтересованно наблюдали за пауэрлифтерами. Мастер-класс предполагался по пауэрлифтингу, но ввиду некоторых трудностей с оборудованием, сегодня проводили только становую тягу. За 30 минут мы показали всем желающим, что это за упражнение, для чего оно и как его следует выполнять, чтобы избежать травматизма. Сегодняшний мастер-класс нас все-таки еще больше сподвиг к нашей давней идее открыть здесь федерацию пауэрлифтинга и заниматься с людьми, чтобы все имели возможность постичь этот вид спорта, чтобы у нас нация процветала, росли все здоровыми, крепкими. Оживление празднику придала лотерея. Ее участники по случайному выбору цифр получали в подарок вкусные и здоровые продукты – молоко и творог. Было весело, солнечно и радостно, ведь спортсмены получили многочисленные дипломы, медали и кубки. Фестивалем ЗОЖ завершилось самое летнее и молодежное событие года. Теперь ребята будут встречаться только на закрытых площадках спортивных залов. Дмитрий Вельчевский, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».